В пятницу Николай Горшенин объезжал соцгород и Химаш. К руководителям управляющих компаний, коих здесь было большое количество, претензии были. В основном они касались состояния детских игровых площадок. Однако вновь не обошлось без критики в адрес самих горожан, которым, видимо, гораздо проще заплатить штраф за нарушение правил благоустройства, чем соблюдать чистоту в собственном дворе. Через полицию на сегодняшний день найти, кто ремонт делает, или кто дворником, или с кем-то. Фотографию сделайте молодых людей. И давайте мы их вон через средства массовой информации нарисуем. Давайте сделаем. Это нормальное явление будет. Похожие картины на другом адресе. И вновь жители возлагают последствия ремонта на управленцев. Хотя здесь уже возникает вопрос о периодичности вывоза крупногабаритного мусора. Здесь мусор не пятничный. Не, какой свежий мусор? О чем вы говорите? Вы когда вывозом ее занимались? В пятницу возили по предписанию комитета. Ну а сегодня какой день? Сегодня какой день? Сегодня пятница. Неделя целая. Ну и мусор целую неделю здесь лежит. Неправильно вы содержите. Муниципальным предприятиям вновь указали на недоработки. В основном они касались благоустройства лесопарковых зон. Настоящим шоком для всех, принимавших участие в объезде, стала территория городской гимназии. Общие итоги двухдневного рейда Николай Горшенин подвел после посещения микрорайона Химаш. Мы себе пометили, где мы еще должны вернуться через неделю к тому или другому месту, где было нарушено благоустройство или совсем его не было. Ну, будем продолжать работать с управляющими компаниями, чтобы были и детские городки, была и обустроена территория, чтобы можно было выйти жителям и отдохнуть, и детям где поиграть. Наталья Васильева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.